Уличная фотография «Человек-архитектура». В музейно-выставочном комплексе «Артишок» открыли выставку фоторабот фотографа Подмосковья «Союз художников». Многие из этих картин находятся в частных коллекциях и музеях, в том числе за рубежом. Эта выставка является первым проектом, посвященным фотографии, работам членов «Союза художников Подмосковья», именно фотографов. Здесь собраны работы 16 фотографов, которые регулярно принимают участие и в мировых выставках. Выставка заняла 3 зала, в каждом своя тематика. Первый посвятили путешествиям. Здесь представили фотоработы, которые отражают колорит и обычаи жителей дальних стран. Второй зал отдали архитектуре, натюрморту и пейзажу. В объективе фотокамер как монументальные итальянские храмы, так и древние полуразрушенные особняки России. Третий зал вместил в себя портреты. Сергей Потлов начал снимать 6 лет назад. Начинал как раз с них, но постепенно перешел к уличной съемке. Постоянное развитие дало плоды. В этот раз он получил членский билет Союза художников Подмосковья. Эта работа была сделана в 2018 году, когда я путешествовал по Армении. На фотографии храм Горни, языческий, который был построен в 1 веке нашей эры. Вот, очень интересное место, которое мне хотелось посетить, но и хотелось к этому приурочить еще и творческую съемку. В экспозиции представлено более 50 работ. Продлится выставка до 9 февраля. Часы работы со среды по воскресенье с 11 до 19:00. Вход свободный.